Друзья, Димаш Кудайберген опубликовал пост с маленьким мальчиком на руках, и вот как он его душевно подписал. «Мне иногда кажется, что дети умнее, чем мы. Взрослые воюют друг с другом, убивают невинных людей, воруют деньги. И кто после этого умный? Мы или дети?» И вот я нашел прекрасный комментарий к этому посту. Мне очень понравился. Спасибо Любови Гущенко. Ставим лайк и слушаем. «Мы с рождения все чистые, искренние, открытые, добрые. Давайте как можно дольше оставаться такими внимательными друг к другу, учитывая уязвимость каждого. Давайте будем придерживаться простых истин и побеждать гнев при помощи спокойствия, зло при помощи добра, побеждать бедность при помощи щедрости, ложь при помощи истины». Благодаря Димашу я узнала такого великого, мудрейшего человека, как Ибрагим Кунанбаев. Сколько читала, поражалась его учением. Не то чтобы я не знала, все это близко мне, но так умно излагать, выражать свои мысли четко и убедительно мог только великий поэт и просветитель. Он теперь стал символом духовности и культуры не только для казахского народа. Познание Абая – это стремление к духовным вершинам, это познание самого себя. Его слова – ориентир для поколения, мы должны следовать по пути Абая и взять все самое лучшее из его идей и мыслей. Проникновенный поэт, чуткий и глубокий мыслитель, тактичный Абай Кунанбаев всегда будет жить в памяти и сознании народа. Главное иметь его в душе, ежечасно, и исследовать его учением не только на словах. Его труды бессмертны и во все века будут актуальны, и оставаться такими же чистыми, как дети. Просто супер слова, мне очень нравится. А вам как? Пишите комментарии, не забудьте подписаться, всех обнял!